после посещения Костелло Браун обязательно прогуляйтесь по дорожке к маяку. Откроется вот такая вот красота, вот такие чудные виды, просто с какой-то невероятной голубой водой. Я бы прям сейчас прыгнула, прям со скалы в эту воду чудную. Но мы идем дальше. Портофино относится к национальному парку и находится под защитой государства. И здесь вообще запрещено строительство, и поэтому все находится в том же первозданном виде, как в 19 веке. Здесь огромное количество разных экзотических растений. А вот мы уже и пришли к бару. Такой совершенно спрятанный, красивый, милый барчик. Здесь можно выпить как и сок или какой-то алкогольный напиток, в зависимости от вашего настроения. Но этот вид, он не забудется никогда. I follow you.